2019. Здравствуйте, дорогие друзья! Амикус против Брюгге Голд Лига в составе команды Амикус Гаменюк, Николай Самчук, Влас, Жмурко, Зварыч, Игорь, Черков, Полищук и Юркин. Юркин будет на воротах стоять. Впрочем, на самом деле, как всегда, в составе команды Брюгге. Черков, кстати, будет играть в поле, что тоже не всегда и не часто происходит. Очень открытый футбол нас ждет. Хорошо, играй! Да, не сразу. Оляк. Право-лево. Александр играет левее. В составе команды Брюгге Хауляк Багри, Алик, Навацкий Святослав, Смеляк Михаил, Каменчук Никита. Ну вот такой быстрый мяч. Александр забивает. Ну и с передачи, как я понимаю, своего партнера. Десятки. Новицкого Святослава. Гаменюк на опережение пробовал сыграть. Хоряк. Гюрджан Алик. Новицкий, Хауляк подключает и Комара Николая. Попробовал по Комара обработать такую передачу, но непростая на самом деле. Да и не самая удобная, честно говоря. Зварыч, но Николая Гуменюка. Один. Уже! Хауляк на Гирджана. Гирджан, Алик, немножко дриблинга, ну не прошла такая обводка. Николай Гуменюк. Зварыч на эту передачу не поспевает. И фол видел судья раньше еще. Момент старта этой атаки. Полищук на Гуменюка. Гирджан. Комар. Новицкий. Снова Алик. Комар Новицкого. Хауляк на Гюрджана. Зварыч на Полищука. Снова Зварыч и Игорь. Хороший эпизод и момент в целом. Здесь он, будем так говорить, закончился не особо продуктивно все же. Хауляк Александр. На Гюрджана, Алик. На центр, на Новицкого, Комар. Очень, если так послушать мои комментирования, то фамилии в основном как раз таки Брюгге я называл. Очень мало было контроля мяча именно от Амикуса. Но вот контратака сейчас есть. Гуменюк Николай. Классный пас на Полищука. Вот с продолжением здесь надо было играть. Анатолий в невыгодной для себя позиции. Багри был, он перекрывал зону. Ну и дублирующий удар от Брюгге. Зварыч. Черкова. Зварыч. Полищук. На Черкова, Черков на Зварыча.
Вот хороший пас в разрез. На технике играл сейчас Самчук. И Влас красивый мяч забивает на самом деле. Переиграл. Здесь и сравняли счет вот таким образом. Гирджан. Алик на Комара. Зварич отбирает мяч, начинает атаку Игорь. Играет на Полищука, Полищук на Самчука и слегка не точно здесь. Зварич. На Гуменюка. Один. Два. Три. Зварич. Обыгрывает Игорь. Все-таки решил не убегать, не пробовать убегать. Хотя, мне кажется, мог и это себе позволить в той ситуации. Зварич. Хороший дриблинг. Дальше пробирается на ударную позицию, но этот удар заблокировал Самчук. Красножон Андрей, как я понимаю, это был. Почему-то не указали его номер. На нашем поле. Есть. Шамиляк. Играл на Красножона, перехватывает Полищук. На Зварыча. Игорь в разрез, передача вот туда на Влас Самчука. Ну, тут просто вот аута, Зварыч. Так в борьбу эту передачу направлял, никто на самом деле и не включился в эту борьбу, собственно. Каменчук Никита выходит на замену. Смеляк. Полищук. На Зварыча. Давай, Влас. Аут. Здравствуй, с мячом. Первый. Каменчук Никита ставит корпус. Удается ему развернуться, сохраняет мяч своей командой Брюгге. Дальше попробовал вот так на индивидуальной технике пробраться, но мяч покидает, к сожалению, предел нашего поля. Есть следующий мяч? Гирджан. Выше Толя. Семеляк. Почему ты опять последний? Первый. До конца играть. Никита Каменчук. Черков. Навес вперед, борьбу, на которую никто и не готов включиться. Красножон. Полищук просто сам сбрасывает на Красножона. Ну и атака шла к тому, что, собственно, Красножон у нас и забьет этот мяч. Артур, уточни фамилию, пожалуйста, кто реализовал мяч. Скажите, пожалуйста, фамилию. Правильно я назвал? Все, спасибо. Есть? Да. По старым номерам. Оля, права, права. Есть. Самчук. Влас скрытый навес сделал на Жмурко. Гюрджан. Черный. Красножон, сильный удар вот так с правого ноги попробовал осуществить. Почему нет, как мы видим. Зварыч. Гуменюк. Каменчук Никита. Нет, 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 не помогай.
Каменчук контролирует мяч, не стал как-то пас вперед отдавать, чтобы просто банально никто туда и не открывался. А вот сейчас потеряли мяч. Варыч на Гуменюка. Тут пяткой на Игоря пытался сбросить, не удался этот сброс. Красножон на Самеляка. Самчук Влас. Сохраняет мяч Влас. И не стоило выключаться, как говорится, Гуменюк. Каменчук Никита. Каменчук на Красножона. Гюрджан. Зварыч перехватывает, ускоряется. Но сейчас упустит мяч, скорее всего, за пределы поля. До сигнала! До сигнала, мне помогают там. Красножон на Хауляка. Полищук не точно сбрасывал туда на Гуменюка. Гюрджан. Есть перехват от Амикуса, но ни к чему он не приводит. Красножон еще один мяч забивает в этой встрече. Полищук на Жмурко. Полищук, скрытый навес на Самчука. Хауляк. Комар. Красножон. Классно комбинирует сейчас Брюгге. На самом деле, посмотреть на качество их передач друг другу, оно возросло по соотношению к предыдущей встрече. Ну, правда, нахвалив, удар совершенно не дался с левой ноги у второго номера Брюгге. Пол черный. Новицкий. Черков полностью прочитал в этой ситуации. Правда, как-то снова начать атаку не получается. Стеценко на Полищука. Не поспевает никак, как мы видим в этой ситуации. Полищук. Хауляк. Осторожно. Самчук на Полищука. Снова Самчук. Удается разыграть комбинацию. Почему троем в линию там стоят, непонятно. Насколько же невыгодно располагается в такой-то ситуации Амикус, когда могли растянуть своего соперника. Как минимум троем. Выходи, выходи один. Черков. Жмурком на Зварыча. Скрытый пас от Зварыча. Поставил там Жмурко корпус, но уже развернуться и достать мяч, конечно, было поздно. Третий вратарь вышел. Я вижу, вижу, все вижу. Амикус с мячом. Попытка пробить. Хорошо, так. Лево. Право ниже. Кто не встал с игроком, пацаны? В спину кинется, ты право. Уходит, уходит! Лево, 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 спина! Все, здорово. Долго водил, посчитали. Ты смотри, когда у тебя уходит рот, ты передали. Давай, держим, я сам подпишу молодец. Хауляк. Давай, 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 давай. Полищук. Хороший перехват Новицкого. Сбрасывает дальше туда, вот на Комара. Тут в касание пробовал отыграть на своего же. Зварыч. А Полищука. Багрин надежен в этой ситуации. Любит он такие вот попытки пробивать, когда не хитрят. Наверное,
Дмитрий Багри как раз в этом и силен, вот в таких выходах, в игре быть. Черков. Жмурко. На Юркина, Юркин, на Черкова. Ну а тут Игорь не успевает, совсем чуть-чуть. Багри. Красножон. Вынужден вот таким образом на вынос сыграть здесь. А шанс будет все равно у Амикуса. Как же хорошо там Новицкий корпус-то поставил. Желтая карточка для Зварыча. Черный флаг. Черков вперед сразу на Гуменюка. Николай принимает эту передачу. Вышел в ударную позицию. Ну, на секундочку, друзья, метров так 14 до ворот было в момент его удара. Может, даже 16. Не видел я вот хороших по-настоящему таких голов, когда пустой коридор, пустое поле, и вот так пробивает и забивает. Может быть, раз 5, наверное, за все время. Давай, можно, Смен? Еще один. Кто? Давай, Коля, смел. Гюджан. Никита Каменчук. Вот он шанс, еще один гол в этой встрече увидеть. Четвертый, казалось бы, вот-вот уже назревает, но нет. Комар не реализовал. Гюрджан Алейк. Каменчук Никита. Снова Гюрджан. Не дал Николай ему обработать эту передачу. Разыграли Амикус свой мяч. Контратака может быть еще. Жмурко. Сварыч. Гвинюк туда вперед на Самчука. Влас не делает рывок здесь почему-то. Так, возможно, не видел перспективы со своего ракурса. Юркин. Вниз на Николая Гуменюка. Гюрджана Хаваляка. Самчук на Гуменюка. Снова Зварыч. Очень сильный удар с левого носка. Вот так шагу направил. Хавляк. Ударная позиция и забивает очень издалека, казалось бы, не зная причин, почему Юркин не смог отразить. Ну, Александр Хавляк вот этим и силен, дальними ударами. Ни один из них, я думаю, что оценил Юркин. На 18-й минуте был реализован этот мяч. Зварыч. Никита, наверное, не ожидал, что Игорь вот так может обыгрывать. А может. Как раз таки владение отличное у Игоря Зварыча. Сомнений нет. Каменчук Никита. Дальняя попытка пробить. Бросай. Каменчук. Новицкий пробовал обыгрывать. Гуменюк Николай. Аут, уходим. Алик, давай. Выступаем.
Один. Два. Говоря, нельзя больше. Отходим, отходим. Жмурко. Масанчука. Минчук Никита. Пробирается Никита дальше. Корпус поставил. Но Юркин отбирает мяч, в итоге выбивает его. И бежит в сторону ворот. Ниже, ниже. Юркин. Наш Мурко, Полищук выключается из борьбы, видит, что Новицкий впервые в выгоднее позиции. Ну, а Святослав там комфортное себе преимущество обеспечивает вовремя стартанов. Ударили по ноге. Пятый пол. Черным. Пятый пол. Черный. Шестой бьет. Спокойно, спокойно. Хорош, Мит, хорош! Есть, Коля, есть! Толя, Толя! Алик, давай! Гюльджан Алик! Втроем убегает сейчас Брюгге. На последних секундах забивает сейчас. Ну, автогол у нас, друзья, как я понимаю. 5-1. И перерыв. Артур, уточни, это автогол или человек забил? Я что-то не до конца понял. А какой номер? Я понял, какой номер? Номер. Прозвучал свисток, перерыв окончился, и я напомню, что 5-1 у нас сейчас счет, 20 минут второго тайма еще есть, улучшить как минимум статистику для Брюгге и как минимум побороться Амикусу за результат, положительный результат, можно расценивать его и как ничью, и как победу, для всех он разный, тот самый положительный результат, но в данной ситуации хотя бы как-то приблизиться по счету, это уже было бы, на мой взгляд, положительно. Главная ошибка, на мой взгляд, Амикуса в том, что они не сыграли. Вот защита очень закрытая, сыграли в открытый футбол, который Брюгге хорошо умеет. И первые два мяча об этом свидетельствуют. Дальше уже дело, наверное, спешки. Черков отрабатывает в защите очень полезные вот такие ускорения. Вовремя вернулся и смог обезвредить эту атаку. Гирджан на Хауляка. Хауляк на Алика. Такой сброс от Комара, не точно. Друг друга немного, вы не поняли. Тут даже не дело не точности, а, наверное, в легком недопонимании. Черков. Новицкий на Комара. Новицкий, Святослав на Комара. Перехват от Амикуса. Правда, без продолжения какого-то. Черков. Ласамчук, автор первого мяча. Да, да. Спасибо.
Ну, желтая карточка Хауляку за вот такие отмашки, друзья. Подловил на движении. Самчук, класс. Мне кажется, пошла у него игра сегодня. Просто полноценно раскрыться с сильным соперником не всегда просто. Новицкий Святослав на Гирджана. Хауляк. Хороший удар по исполнению. Но Юркин видит всю ситуацию. Да и в перчатках он для вот таких дальних ударов. Перчатки просто это сказка. Для, конечно, быстрых каких-то сейвов на выходе. На мой взгляд, перчатки это проблема в любом футзале. Поэтому профессионалы в основном выбирают именно как раз игру без них. Более там больше контактных каких-то выходов, больше участия и отброса, наверное, зависит все. Ну, ставку на брос Амикус не делает. В перчатках никогда так точно не вбросишь, как без них. Чувство мяча не позволяет. Черков на Зварыча. Вот он момент, где Амикус должен забивать. Но почему? Начал падать все-таки здесь Самчук. Николай Губенюк. Красножон. Андрей. На Гирджана снова Красножон. Гирджан Новицкого, Святослав на Андрей Красножона. Комар справа там растягивает, предлагает. Новицкий на Алика. Гирджан, Новицкий. Дают даже поиграть, я бы так сказал, свое удовольствие сейчас сопернику Амикус. Самчук. Руменюк. Ну вот почему я говорил, что Багри, это его мячи, вот такие выходы. Очень он уверенно играет в таких ситуациях. Сильный удар от Гуменюка. Ну и далее гол был забит уже от руки. Мяч отскочил. Неприятно. Есть удивление у Николая Гуменюка. По всей видимости, недоволен этим эпизодом. Шанс был хороший делать счет 5-2. 5-2 все-таки это совершенно по-другому воспринимается, в отличие от 5-1. Сидюркин на Зварыча. Как тут на опыте отыгрывает Игорь, ну, на высоте. И пас-то какой отдал. Но эту комбинацию мы в топ бы записали бы, если честно, если бы она удалась. Смеляк на Красножона, Андрей. Дальше играть на Никиту Каменчука. И ответная комбинация тоже была от Брюгина. Вот Зварыч ее оборвал. Ласамчук.
Интит Влас, хорошо, как казалось бы, пробирается дальше. Ну, вроде и потерял мяч, но все же с ним остался. Отыгрывает на Николая Гуменюка. Сильный удар своего же тут приходит. Вся сила и мощь удара Николая Гуменюка. Ну, а вторая попытка уже не столь опасная все-таки. Назад! Назад! Сели, сели, сели! Каменчук. Саша, встречай. Хорошо, давай. Никита Финтит отыгрывает. Дальше. Красножон Андрей. Зеленый, зеленый. Зеленый, зеленый. Бью еще сразу. Олег, лево, лево, Саша, налево. Гуменюк. Открывается Полищук Анатолий. Доиграй с ним, доиграй. Замахи в своей манере поймал, но с левой ноги-то ударил не столь сильно, уже падал на самом деле на пятую точку в этой ситуации Багри, и выход мяча. А вот для Амикуса. Мнюк. А вот на этот раз на другой стороне поля Жмурко. Красножон на Каменчука, Никита. Снова на Андрея Красножона. Вот такой сейф, друзья. Справились Амикус в этой ситуации. Это опасный момент. Жмурко. Зварыч Игорь на Полищука. И забивает Полищук Анатолий. Вот такой гол, казалось бы, уже не сможет пробить. Поехала опорная нога, то ли с фолом, то ли нет, но все же смог реализовать. Да катайте, не надо, пацаны, катайте. Давай, 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 выходим, выходим отсюда. Каменчук. На правый фланг уходит Никита. Снова выдумывает что-то Брюгге. Пиздец, блядь. Бью еще водяшку, не стойте. Один взял, одну по другой. Один. Два. Хорошо. Черные. Черные. Да. А как если он бил, как черный? Касание было. Гирджан. Есть отложенный. Отложенный черным. Миша, у меня два. Нашим все, кроме Миш. Миша, у меня два, Право, право. Юркин на Гуменюка. Достает Николай этот мяч. Два удара проверил, второй уже заблокировал как раз таки партнер по команде. Смеляк. Хорошо. Все, кроме Миши. Один. Два. Да, можно, можно. Давай. Давай, давай, давай. Кто выше? Оляк. Александр на Михаила. Самиляк. Теряет мяч на ровном месте. Полищук Анатолий. Точно на Жмурко. Почему не бил сразу? Непонятно, но сделал лучше. Ближний-то угол потерял здесь. Как мы видим, Багри Дмитрий. Давай, давай. Давай, Тарик, молодец. Камон, камон. Да не, ну не думай. Все время пасы дают туда, блядь. Мяч вперед, Тарик. Юркин. На Влас Самчука, Зварыч. Здорово, Тарик. Давай, давай, давай. Давай, давай. Полищук. Багри на Хауляка. Один, два, три. Жмурко. На Зварыча. Давай, давай, давай. 8 минут до конца этой встречи. И у нас сейчас немножко можно обратить внимание как минимум на то, что побри... как-то понащупали все-таки свою игру. Сейчас Амикус. И по факту вот легкая расслабленность Брюгге заставляет понервничать сейчас в зеленых.
Я думаю, что прям удовлетворены своей игрой были, может быть, первый тайм. Но вот сейчас этот промежуток по времени скорее так волнительный. Ну, сказать, что прям огорчены. Огорчаться надо будет, конечно, если будет счет ничей. Давай, давай, пробей! Зварыч! Саня, блядь, так много! Здесь друг другу! Лево. Новицкий, Святослав, на Хауляка. По всей видимости, в сторону ворот. Гирджан, Алик, хороший дриблинг, но хороший недолго. Зварыч. Новицкий, Святослав, точно, на Комара. Хауляк, Комар, и лишняя передача, на мой взгляд. Очень хороший плотный удар в Игоря, но Игорь даже не пошатнулся. Такое впечатление. Черков вперед на Полищука. Вот это мячи Анатолия. Гирджан на вес Новицкого. Нету Юркина сейчас на воротах. Ну теперь уже есть. Юркин. До сигнала играть. Давай! Полищук. И все-таки дожимает в этом эпизоде на характере, друзья. Самчук у вас. Новицкий. Есть, есть, есть. Снова Новицкий. В разрез. Очень точно Комара. И сейв делает Юркин. Хауляк. Обыгрался Новицкий, но не точно. Полищук Анатолий. На Самчука, Влас. Обыгрывал Влас очень неплохо Хауляка. Дальше Багрин надежно вышел. Но вот 5-4 уже заставляет прям серьезно задуматься, чем занимались в начале второго тайма Брюгге. Красножон обыгрался с Комаром. Дублирующий угловой, снова слева. 3,5 минуты у нас до конца этого матча. Юркин. Один. Два. Багри. На Красножона, Андрей. На Комара. Не-не, зеленый, зеленый. Не-не. Давай, давай. Дэн, быстрее, Дэн. Пожалуйста, на час.
Денис Юркин. Полищук. Назварыча. Ответственнее начали играть. Сейчас Брюгге это видно невооруженным глазом. Вот к чему хотелось бы, наверное, отметить. Что бы хотелось бы отметить. Полищук. Багри на красножона. Полищук точно на Зварыча. Вот он момент, где можно реализовывать. Почему бил Игорь здесь, непонятно. Хауляк Александр. Последний. Красножона. Комар. Новицкий. Вот так Николай Гуменюк выручает свою команду. Не было толчка. Юркин на Зварыча. Пять фолов у нас сейчас. Вот такая ситуация на самом деле. Черный, черный аут. Ты вообще флет травишь, пиздец, всю игру хуйню. Черный, ну пожалуйста, не надо, не ругайте. Полищук. Оставь, оставь, оставь. Комар. Юркин на Полищука. Попробовал Гуменюк переправить, не получилось. Комар. Ну и головой сбрасывает Анатолий Полищук. Мурко. Полищука. Сильный удар, какой же неприятный рикошет для Дмитрия Багрия. Всего 60 секунд, но очень таких волнительных 60 секунд. Багрий на вынос попробовал проверить Юркина, но совершенно не точно пробил. Один, два. Комар. Сам, сам! Красножон. Ну нельзя так водить на эмоциях сейчас Амику, взглядя вперед, лишь только вперед. И звучит финальный свисток, друзья. 5-4 побеждает с минимальным преимуществом команда Брюгге в этом седьмом туре. С чем мы их и поздравляем.